Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Хватова. Я являюсь активным партнером компании Elysium и лидером-основателем своей команды CryptoAlliance. Сегодня замечательной новостью. Сегодня в компании Elysium официальный предстарт нового бинарно-матричного маркетинга, старт которого осуществится сразу после новогодних праздников. С сегодняшнего дня по 11 число официальный предстарт, когда можно уже заходить и участвовать в оплате нового бинарно-матричного маркетинга. Что же такое новый бинарно-матричный маркетинг от компании Elysium? Во-первых, добавились новые матрицы, новые бинары. И теперь они будут как ходить парой, так скажем, да, поэтому и название нового маркетинга B-Matrix. То есть после первой матрицы идет первый бинар тем же номиналом. После второй матрицы идет сразу второй бинар тем же номиналом. Соответственно, перескочить на более дорогую матрицу или на более дорогой бинар невозможно. То есть все начинается с первой матрицы и первого бинара и так далее. Напоминаю, что же такое матрица и что же такое бинар. Кто еще не в курсе, кто не является партнером компании Elysium. Матрица в компании Elysium шестиместная. Вы всегда находитесь наверху и под вами 6 партнеров. На второй линии 2 партнера и на второй линии 4 партнера. Здесь я привела пример. Первая матрица сейчас стоит в компании около 100 рублей всего лишь. Как видите, номинал ее 0,1. По сегодняшнему курсу это где-то 100 рублей. Соответственно, бинар стоит также 0,1 биткоина, но бинар это уже построение правой-левой ноги, да, как вы видите. И здесь мы зарабатываем от схлопывания бинарной пары. В дальнейшем я еще раз на этом сакцентирую внимание, как это происходит. И бинар компании Elysium рассчитан на 7 миллиардов человек, поэтому вам абсолютно не стоит беспокоиться. Бинар очень долговечный, очень надежный и очень прибыльный. Давайте более подробно. В маркетинге, в принципе, в самой сути маркетинга практически ничего не поменялось, да? То есть, как у нас было раньше, при закрытии матрицы 390% закрытия, так и осталось. Как у нас было 100% сеть, так оно и идет сейчас. Напоминаю, да, с первой линии, с первых двух партнеров вы получаете 5% от номинала входа, и со второй линии это будет уже 4 партнера, вы получаете по 95% от номинала входа. То есть при закрытии, если вы посчитаете, будет 390%. Произошли изменения именно в самой системе удержания ваших денежных средств, чтобы автоматически открыть второй и последующие круги закрытой матрицы и автоматически перейти на следующий уровень, то есть на более дорогую площадку бинара или матрицы. Это очень важно, чтобы ваши доходы постоянно росли. Сейчас это все продумано и более, так скажем, безболезненно происходит удержание. Как это сейчас происходит? Чтобы у нас с вами открылась следующая матрица, соответственно, раньше у нас было удержание с пятого партнера всех 100% оплат. Эти деньги блокировались, это ваши деньги, они остаются на вашем личном кабинете, вы их видите во вкладочке «Блокированные средства». Это просто происходит все на автомате, повторюсь, чтобы вам было удобнее двигаться как по карьерной лестнице, так и зарабатывать бесконечно, потому что, оплатив один раз, у вас происходит автоматический реинвест и апгрейд, который позволяет вам в автоматическом режиме зарабатывать все больше и больше на постоянной основе. Раньше это происходило блокировка с пятого партнера, всех 100% проплаты. Соответственно, не очень это было удобно, да, то есть вроде бы партнер вошел, а дохода мы с него не видели. Сейчас это делается следующим образом. На реинвест удерживается по 25% с каждого партнера второй линии, то есть вот с этих четырех людей. Человек зашел, 25% удержалось. И, соответственно, у вас определенная сумма денег, необходимая для проплаты второго круга, она к концу закрытия матрицы скопится, и у вас автоматически, вам абсолютно не надо ничего будет делать, это продумано тоже системой, в автоматическом режиме эта матрица откроется вновь. Вы будете ее опять заполнять. Дальше, чтобы произошло автоматическое также накопление средств и проплата следующей площадки, бинара или матрицы более высокого номинала, у вас происходит просто удержание 30% от доходности всей матрицы. 30%. Повторюсь, это деньги ваши, они никуда не уходят, вы их видите на личном кабинете во вкладочке «Блокированные средства». Это те средства, которые помогают вам в автоматическом режиме зарабатывать все больше, переходить на более дорогие площадки. Сейчас
Это очень, на самом деле, удобно, это очень классно. И не нужно ни о чем думать, да, войдя с первой матрицы, оплатив первую матрицу, буквально по сегодняшнему курсу это всего лишь 100 рублей, вы будете продвигаться и повышать свой карьерный уровень, соответственно, зарабатывать все больше и больше. То есть вот здесь стрелочками я показала, как это происходит. Когда вы закроете первую матрицу, у вас автоматически откроется ее второй круг, и будут копиться средства до тех пор, пока они не накопятся на проплату следующего бинара за этой матрицей. Как деньги в необходимом количестве накопились, у вас автоматически откроется бинар. И дальше будет все то же самое происходить. Будет удерживаться 30% доходности как бинара, так и матрицы, чтобы накопить определенные средства, чтобы перейти на более высокий уровень, уже на вторую матрицу. Дальше средства будут копиться на переход второго бинара и так далее, так далее, так далее. Вот здесь стрелочками я показала. По бинару у нас тоже ничего не изменилось. У вас, значит, доход с каждого личного приглашенного 5%. Также и остается, и плюс вы зарабатываете с бинарной пары. Это нужно будет смотреть таблицу доходности по бинару в вашем личном кабинете, когда вы зарегистрируетесь, или если вы уже зарегистрировались, то с сегодняшнего дня вы можете наблюдать уже новые матрицы. Мы сейчас тоже их с вами увидим в моем личном кабинете, и я при вас буду производить блокировку средств на новые матрицы, на новые бинары. Вы все увидите своими глазами. Здесь я привела пример доходности с матрицы, да, то есть с матрицы. Просчитала по сегодняшнему курсу, это в районе где-то около 16 тысяч, вот курс туда-сюда плавает, да, где-то в районе 16, около 16-16-100 сегодняшний курс, поэтому если вы смотрите видеозаписи, конечно, обратите внимание на тот курс, который на ваш день просмотра видео. И, соответственно, у нас, если мы берем первую матрицу, 0,1 по сегодняшнему курсу, она стоит 93 рубля, соответственно, бинар тоже. Бинар – одно место. Напоминаю, что в бинаре можно войти сразу золотым треугольником, оплатить сразу три аккаунта, либо 7 мест, это как вот в матрице получается. Вы сейчас поймете, мы посмотрим это в моем личном кабинете, как это делается. Соответственно, одно место бинара стоит точно так же. Доход с матрицы у вас, чистый доход, это уже с учетом всех блокировок, да, с учетом всех проплат, дальнейших реинвестов и апгрейдов, чистый доход составляет 160-161 рубль. Это только с матрицы. С бинара, напомню, вы получаете плюс 5% за лично приглашенного и до 20% с бинарной пары. Соответственно, вот можете здесь просчитать, как вам удобнее войти. Я, конечно же, советую входить, пока курс позволяет, пока у нас первая матрица с вами всего лишь около 100 рублей, входить, конечно же, не первой матрицей, воспользоваться ситуацией, потому что мы уже знаем из опыта, говорю вам, что, конечно же, после Нового года и в течение всего 2018 года курс будет намного выше, и уже не будет матрица первая стоить 100 рублей, она будет дороже. И поэтому представьте, что может быть в ближайшее время она будет стоить 200, 300, 500 рублей. Здесь вы не просто сэкономите, но и заработаете еще на курсе роста рубля. Поэтому, конечно же, воспользуйтесь ситуацией и войдите не просто на матрицу и бинар, а советую войти как минимум на 3-5 матриц, на 3-5 бинаров. И вы сделаете определенный задел на будущее. И, повторю, вы заработаете просто на росте курса рубля. Сейчас очень удобно это сделать. Ну и, соответственно, давайте перейдем в мой личный кабинет. Мой личный кабинет. А вот как он выглядит сейчас. Появилась вот эта новая кнопочка B-Matrix Предстарт. Напомню, что официальный старт будет 11 января 2018 года, где мы сразу увидим начисления и проделанную работу. И вот они у меня, первая матрица и сразу первый бинар, вторая матрица, второй бинар и так далее. Это то, что у меня сейчас не открыто. Вот на данный момент, что бы я еще хотела сказать, те партнеры, которые уже являются партнерами компании, людям, которые уже провели определенную работу, и у них накопились именно средства, вот здесь заблокировано для бинаров, то есть определенная сумма денег, вот эта сумма денег будет списываться сейчас на блокировку в первую очередь. В дальнейшем, если блокированных средств для бинаров вам не хватит на необходимое количество, желаемое, да, количество матрицы бинаров, соответственно, уже из личного счета вам нужно будет просчитать, либо добавить, внести определенную сумму, да, денег, завести на свой личный кабинет, либо, если у вас они есть на кабинете, их потратить. Поэтому я при вас сейчас осуществляю данную блокировку.
спишется с вашего баланса и суммы блокировки на апгрейд бинара, если имеется. Резерв ставлю. Вот я зарезервировала. Давайте сразу посмотрим мои финансы, да, как это происходит. Вот, видите, сумма уменьшилась. Сумма уменьшилась. Двигаемся дальше. Я первые три бинара, они копеечные, да, там по 100 рублей. Поэтому я сразу буду резервировать три места. Это называется золотой треугольник. Соответственно, друзья, при вас произвожу резервацию. У меня, наверное, сейчас уже пойдут суммы. Давайте посмотрим. У меня, наверное, списались все. Да, видите, у меня уже обнулилось. И, конечно же, у меня сейчас уже будут с кабинета забираться деньги. Я об этом знаю совершенно, да, я к этому готова. Вот. А вам нужно будет просчитать необходимое количество, как вы будете входить, на сколько матриц, на сколько бинаров. Ну и здесь я, наверное, войду в одному местечку, заблокирую. Друзья, поздравьте меня, я уже готова к официальному старту, буду с нетерпением ждать 11 числа, чтобы посмотреть, как выстраиваются мои новые матрицы, как я выстраиваюсь, да, в структуре бинара. Повторюсь, что чем быстрее это сделать, тем это выгоднее. В матрицах у вас, не переживайте, у вас произойдет все ваши партнеры с предыдущих матриц, повторюсь, если вы являетесь партнером компании, они пойдут точно так же за вами, окажутся в ваших матрицах. Вот такие у нас новости, друзья. Становитесь партнером компании Лизиум. Я думаю, вы увидели выгоды от нового маркетинга, да? Он на самом деле сейчас выгоден. По сегодняшнему курсу вход со 100 рублей. Со 100 рублей у вас есть замечательная возможность выстроить карьеру и очень хороший доход в компании Лизиум в 2018 году. Я считаю, что это замечательная новость, это замечательный подарок от компании Лизиум. И сейчас просто вы не сможете нам отказать, если вы не являетесь партнером компании Elysium. Если вас заинтересовало это видео, обязательно задавайте оставшиеся вопросы тому человеку, который вам это видео предоставил. Или пишите мне, приглашаю вас в свою команду. Все, пока-пока и увидимся. Больших вам чеков и большой удачи. До свидания.